будешь ехать? Ну да, все это решено. Давай. Смотрите, кто поедет, посмотрите, как размещается. Значит, в Донецк мы приняли 146 военнослужащих. А кто это, офицеры, солдаты? Значит, приняли мы 2 офицера, 5 контрактников, остальные все срочники. А когда они будут демобилизованы? Значит, демобилизованы будут те, что призыв у нас идет весна 2013, они будут демобилизовываться согласно законодательству Украины с апреля по май. То есть они скоро уйдут уже по домам? Да, да.